Ни у одной из политических партий в России нет своих памятников, кроме КПРФ. А воронежским коммунистам исторически повезло еще больше. Ведь главная площадь столицы Черноземья носит имя вождя пролетариата и украшает ее монументальный памятник Владимиру Ленину. 22 апреля будет отмечаться 145-летие со дня рождения Ильича. И Воронежский обком КПРФ решил организовать генеральную уборку. Сегодня коммунисты, комсомольцы принимают участие в общегородском субботнике. Так получилось, что на площади мы работали сотрудниками администрации области. Убирали площадь, мыли памятник Ильичу. Это очень важно в нынешних условиях и символично, когда бандеровцы сносят памятники не только Владимиру Ильичу, но и другим деятелям советской истории. Поэтому мы этим самым хотим подчеркнуть верность вот этой замечательной традиции ленинских субботников и верность делу Владимира Ильича Ленина. Тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Октябрь впереди.